Здравствуйте, на связи Константин Мальцев. Дорогие друзья, по многочисленным вашим просьбам, сегодня в очередной раз приоткрываю завесу, где и как можно заработать в интернете. Значит, сегодня речь пойдет о заработке на IP-телефонии. Данный вид заработка позволяет зарабатывать от 30 тысяч рублей ежедневно. Значит, давайте поступим так. По ходу процесса я буду вам все показывать и рассказывать. Совершенно ничего сложного не будет. Итак, под данным видео нажмите на кнопку «Перейти на сайт IP-телеком». Вот этот сайт, на котором мы будем зарабатывать. Я данный сайт протестировал уже неоднократно. Сайт платит и платит моментально. Значит, далее что нужно будет сделать? Опускаетесь ниже и жмете вот на эту кнопку. После чего нужно будет выбрать ваше устройство, с которого вы входите в интернет. Это можно сделать, нажав на кружок под устройством. Я выберу компьютер, так как с него и работаю. И далее нажимаем на запустить процесс международной связи. После чего нас перенаправляют в кабинет, и нужно немножко подождать, пока не замигает вот здесь вот зеленая кнопка. Вот видим, что мигает, и появилась надпись «Принять». На ее нажимаем. Видим, что процесс принятия международных звонков начался. Это не занимает много времени. Система выделяет нам 5 номеров международного формата, и в порядке поступления звонков мы их соединяем. Таким образом разгружаем международную биллинг-сеть. Это выгодно как представителям международных операторов, так как они гораздо уменьшают свои затраты на оборудование. Ну и, естественно, это выгодно нам, так как мы получаем за это хорошие деньги. Итак, смотрите, процесс закончился. Мы заработали на данном процессе, на данном номере 6104 рубля. Вот они на балансе уже у нас. И ниже мигает опять «Принять». Нажимаем. И начался прием звонков в следующей стране. Все номера, которые нам дают, они многоканальные. То есть мы видим, как постоянно меняется число входящих звонков. А вот тут вот нам поступают денежки. И это наша задача. Просто нажимать на кнопку соединения и с помощью нашего устройства соединять все эти разговоры. Думаю, что ничего сложного нет совершенно. И справится каждый, даже тот, кто с компьютером на «вы». И как видим, процесс уже закончен. Мы на нем заработали 6372 рубля, а наш общий заработок вот здесь вот выше составляет уже 12476 рублей. И вот ниже опять мигает кнопка с надписью «Принять». Нажимаем. И вот процесс опять начался. Давайте, значит, сделаем так просто. Мне еще осталось немного, и я поставлю видео сейчас на паузу, чтобы не затягивать его и сильно не утомлять вас. И потом продолжу. И снова здравствуйте. Как видите, я закончил все процессы принятия международных звонков. Вы можете ознакомиться с заработком по каждому процессу из всех стран. И мне удалось сегодня заработать 32 560 рублей. Теперь вот смотрите. Видите, бегает стрелочка. Это означает, что мы можем перейти к процессу вывода средств. Нажимаем на «Вывести средства». И тут система просит нас оплатить их услуги. Ну, за то, что мы пользовались их разработкой. Людям, которые делали этот проект, тоже надо как-то зарабатывать. Но обратите внимание на важную вещь, что деньги за оплату услуг вы не со своего кармана платите, а именно с баланса. То есть 160 рублей за их услуги будут списаны с ваших заработанных средств. Нажимаем на «Оплатить». Видим, что с баланса 160 рублей с меня списал проект. И теперь можно вывести 32 400 рублей. Слева выбираем карту или электронный кошелек, я буду выводить на карту, а справа вписываем номер банковской карты, ну или электронного кошелька, ну кто чем пользуется из вас, и нажимаем на «Заказать выплату». Видим, процесс выплаты начался, это довольно быстрый процесс, система автовыплат у них стоит на сайте, деньги приходят моментально. И вот видим, что сумма 32 400 рублей мне была выплачена. А вот тут можете посмотреть историю выплат мне на карту. То есть ежедневный заработок, как вы видите, всегда от 30 тысяч рублей. Ну, как и обещает проект. Теперь давайте я перейду просто в свой банкинг и посмотрим, как приходят деньги. Вот, смотрите, мой общий баланс счета. А вот сегодняшняя выплата ниже, 32 400 рублей. Как видите, все платится. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Под видео можете перейти на проект и зарабатывайте хорошие деньги. Как говорится, нужно просто знать рыбные места. В интернете люди зарабатывают хорошо и очень большие деньги. До свидания.